Это общий гачет вчера. Всем привет! Это Геометра ТВ, а я Ака Дуван. Сегодня 17 мая, город Баку в ожидании Black Star Тимати. На эту и на ту, набью себе тату. На эту и на ту, набью себе тату. На эту и на ту, набью себе тату. На эту и на ту, на эту и на ту. Вы стоите на первом ряду. Вы так любите Тимати? Со-со! Со-со на первом ряду? Да! Как? Женская логика! 13 лет я первый раз лишил кожу девственности. И в тот же день я понял, я самый крутой на мире. Здрасте! Отлично все! Коротко, ясно! Все отлично, все! Другого разговора не бывает! Привет! Здрасте! Вы стесняетесь? Да! Чего? Камера! А меня нет? Тогда ответьте на мой вопрос, закрыв глаза! Можно? Вы любите Тимати? Да! А у вас? Нет. Ну, конечно, вы такая стеснительная, а Тимати любит плоских тёлок! На эту и на ту, я не набью тату. На эту и на ту, я просто места не найду. Иди в... А я продолжаю искать храброго человека, который выйдет и скажет: Тимати, я люблю тебя! Вы любите Тимати? А, да, конечно, люблю. Скажи так: Тимати, я тебя люблю! Тимати, я тебя люблю! И я тебя тоже, дед! Welcome to Central Bay. Привет! Здорово! Привет! Как отдыхаем? Пока еще начинаем отдыхать. А что должен сделать Тимати, чтобы вы ему не сказали «давай до свидания»? Не, мы навряд ли ему скажем «давай до свидания», потому что он не первый раз, и он, я думаю, что мы не первый раз у него в концерте. Он, я думаю, что все будет очень хорошо, очень грамотно. Что, по-вашему, должен сделать Тимати, чтобы вы, девочки, ему не сказали «давай, до свидания»? Ой, не знаю. Привет! Привет, привет! Как думаешь, что должен сделать Тимати, чтобы бакинские клаберы ему не сказали «давай, до свидания»? Он сегодня постарается. Ему не сказали слова «до свидания». Просто мы настолько любим это слово говорить и посылать всех. Я думаю, что он сегодня постарается, чтобы не услышали это от нас. Черная звезда креатив при поддержке фирмы «Банк» представляет. Boys and Girls. Добрый вечер. Добрый, добрый. Как вас зовут? Руслан. Руслан, что вы ожидаете от концерта Тимати? Должно быть весело. Вы уверены, да? Да, да, да. А если будет очень весело, вы снимете бабочку? Я это подумаю. Подумайте, я к вам еще подойду. Не заставлю его исчезнуть оттуда. Ну а со мной рядом стоит человек. Он самый диджей Чина. Он самый король геометрии всего мира. Я обожаю геометрию, и это мой, как это, любимый, один из моих любимых порталов, каналов. Вы здесь заметили, весь мой инстаграм забит только геометрией, потому что самое качественное видео на этом канале. Я в детстве любил очень геометрию, получал пятерки. А что ты скажешь про Тимати? Тимати наш друг, он практически уже азербайджанец, потому что каждый год, каждый месяц буквально он с нами. И сегодня будет что-то новое, живое. Живое его исполнение с живым ансамблем, оркестром, скажем так, для команды. Дамы и господа, впервые в Азербайджане Тимати будет петь живьем. Что скажешь о Тимати? Тимати. Какой он парень? Он немножко серьезный парень. Тимати серьезный? Да. А можно поконкретнее, например, в чем? Ну, поехали сегодня его встречать. Максимум, что он сделал. Здравствуйте. Ага. А петь он как, будет серьезно или все-таки как с Тимати? Я думаю, сегодняшняя публика заставит его делать самое лучшее, и это будет клево. Да. Очень классно, когда говорят «будет клево». Здесь реально клево. Спасибо. Ladies and gentlemen, добро пожаловать к нам в клуб. Йоу, Дли, давай жару, поехали! Когда мы в клубе, чиксы
танцуют. Пусть город знает, с кем он тусует. Встречайте прямо из Москвы. Тимати и диджей Дли. Когда мы в клубе, чиксы танцуют. Пусть город знает, с кем он тусует. Встречайте прямо из Москвы. Тимати и диджей Дли. Где лучшие тусовки? У нас в клубе. Где лучшие подруги? У нас в клубе. Где люди живут хип-хопом? У нас в клубе. Если я нужен тебе, ищи меня в клубе. Еще раз. Где лучшие тусовки? У нас в клубе. Тут очень энергично и классно, горячо. С вами была Геометрия ТВ, а я Агата Ивановна, оставайтесь с нами. Все.